Всем привет! Я вам сейчас кое-что покажу. Где мы находимся? Все там же на спецтренинге. Но вы увидите сейчас такое. Вот у нас два зала. Есть еще и третий зал, но мы здесь находимся. Сейчас у нас. Так, начало 11-го. Сейчас увидите кое-что. Пока вы сидите дома за компьютерами, смотрите это видео, здесь происходит нечто. Олег, скажи, что здесь происходит у нас? Мы тут долбасим со страшной силой и зарабатываем деньги. Скажи, лучше сами посмотрите своими глазами. Обеспечить, да, свое будущее, будущее своих семей, чтобы быть свободными, путешествовать по миру, покупать то, что хочется, хорошо кушать, отдыхать и все остальное. Отлично. Покажи, что там происходит у нас. Это страшное дело. Только надо чуть показать, чтобы они все видели. Да? Понимали, да. Потому что иногда там кричат сильно. Ну, когда тихонько зайдем. Когда народ зарабатывает, он сильно кричит. Вы видите, что здесь происходит? Обалдеть просто. За компьютерами все. По скайпу общаются. Человек, ну, со своей точки зрения, там, давай. На самом деле. Люди бизнес делают. Сейчас вечер, уже ночь практически. Вы думаете, мы прекратим ночью работать здесь? Я вам сейчас еще кое-что покажу. Еще кое-что интересное. Минуточку. Выходим. И заходим. Еще один кабинет. А тут не меньше. Переписываются все. Как бизнес? Правильный ответ. Палец вверх. Я передам привет. И молодые девушки, и парни. Все долбасят. Здесь страшные силы. Дата рождения. Абсолютно разные люди. Мы отсюда выходим. Я вам кое-что сейчас еще покажу. Пока вы смотрели это видео, мы здесь долбасим бизнес и подключаем ваших всех друзей, ваших всех знакомых, пока вы не начинаете до сих пор вести правильно бизнес. Мы подключаем всех подряд. А вы можете принять два решения. Или дальше сидеть, что-то ждать, у моря погоды может быть. Либо начать действовать и зарабатывать здесь большие деньги. Если бы мы тут не зарабатывали, мы бы не сидели в полночь за компьютерами, не долбасили бы этот бизнес. Так что я вам желаю удачи. Принимайте правильное решение. Всего доброго. Пока.